Какой станет Тверь в 2035 году? Свой вариант развития областной столицы на ближайшие десятилетия представили депутаты городской думы. Все о городе будущего выяснила наша съемочная группа. Решение о разработке стратегии социально-экономического развития Твери до 2035 года было принято в прошлом году. В 2019 к вопросу подошли уже вплотную. Была создана рабочая группа, которая занималась ее разработкой. Итоги плодотворной многомесячной работы депутаты представили на суд жителей областной столицы. Проект был вынесен на обсуждение в СМИ и в систему интернет. Было получено огромное количество дополнений, предложений, замечаний. Плюс к этому мы проводили встречи, круглые столы, обсуждая этот проект, проводили анкетирование. В стратегии учтены 24 показателя. В частности, численность населения, доля молодежи, продолжительность жизни, износ коммунальных систем, доля доходов и прочее. К 2035 году горожане должны почувствовать существенную разницу во всех сферах. Например, сейчас в Твери существенная нехватка учреждений образования – 8 школ и 20 детских садов. Если придерживаться стратегии, то через 15 лет в городе построят более 10 школ, 22 детских садов, инновационную школу «Сколково-Тверь», детскую школу искусств на 650 мест и возведут университетский кампус в Заволжском районе. Коммунальная сфера также ждет изменений. Городская система тепловых сетей самая изношенная в стране, а стратегия позволит улучшить этот показатель. У нас должна быть проведена колоссальная работа по реновации наших источников тепловодоснабжения, по замене устаревших сетей для того, чтобы мы лишили себя возможности видеть те коммунальные аварии, которые сейчас происходят. У нас должна появиться развитая муниципальная система парковок. Транспортная инфраструктура должна обновиться. Кроме того, у нас есть хорошая перспектива стать одним из центров малой авиации на базе вертодрома «Змеёва». Кроме того, до 35 года планируется снизить безработицу до 0,20%, привлечь дополнительных инвесторов, которые будут готовы вложить более 742 миллиардов рублей на развитие столицы области. В городе появятся многоуровневые парковки, возродят трамвайное движение, а также отремонтируют стадион «Центральный» и появится аквапарк.